Всем привет, с вами Красный Скорпион, и я продолжаю проходить Call of Duty World at War, и у нас следующая миссия за советскую компанию, за рядового Дмитрия Петренко. Зиеловские высоты. Самое интересное то, что в предыдущей миссии был танк «Королевский тигр», хотя действия происходили в 1942 году, а он впервые выпустился только в 1944. Как раз вот сейчас они уже могут быть. Поехали. Как бы сказал Гагарин, их земля, их кровь. 18 апреля 1945 года, Зиеловские высоты, Германия. Рядовой Петренко, 3-я ударная армия. А, нас опять перевели. А что мы тут делаем вместе с немцами? Чаи попиваем? Вон там вино на столе. Так беспалевно у всех на глазах. Не, вот смотрите на эти лица. Но это точно нереалистично изображено. Вот американцы, русские, более-менее, это карикатура какая-то. Видимо, специально для того, чтобы вызвать отвращение. О, Резнов в тулупе. Чернов, прикончи этих крыс. Ты снова обвел смерть вокруг пальца. Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин. Чернов, я не слышу выстрела. Нет необходимости, сержант. Они истекают кровью, им не выжить. В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Может быть, и захочу. Опа. Поджечь пшеницу. Они не уйдут. Огонь! Мы должны стрелять им в спину. В спину, в живот, в голову, куда хотите. Только прикончите. Да, кровавая баня. Кровавая жареная баня. Еще что ли? Подбавить огоньки. Так они даже ничего не делают. Видишь, как все изменилось, приятель? Теперь это их территория, их народ и их кровь. Ну да уж. Надеюсь, что только мы здесь не погибнем. Оттесняй их! А то он в меня уже с одного выстрела и все. Один прогиб, и ты погиб. Вау. Это уже слишком. Три гранаты я откинуть не успею. Господи, союзники, вы как всегда загораживаете мне всех противников. Обожаю ППШ. Все готовы. То есть никто не захотел умереть, чтобы отдать мне ППШ. После Сталинграда я доверяю твоей. Налево или направо? Выбирай. Налево или направо? Поехали направо. Наше дело правое, поэтому мы пойдем направо. О, наконец у меня гранаты есть. О, а у них тоже есть гранаты. Вот это внезапный поворот. Господи. Вау. Тетечник. Господи, что за звуки стрельбы у пистолетов? Это же вообще нереалистично. Должен быть басовый. Что это за тинь-тинь-тинь? Как будто по треугольнику бьют. В симфоническом оркестре. Все, ППШ закончился. Да вы серьезно, что ли? Придется за Мосинкой возвращаться. Так, надо еще карту смерти собрать. О, винтовка Мосина. И один погиб. Так, давай шевели лаптями.
Да. Недолгим было удовольствие, надеюсь. А, здесь еще один ППШ. Ну ладно. Его там всего, наверное, 30 патронов. Где моя Мосинка? Так, значит, я вышел отсюда. Кстати, все, немцы... Опа! Вот это что-то получше. Это лучше, чем Мосинка. Это немецкий... ФГ-42. Пугало. Не, ну, кстати, вот здесь пока что мы немного отвлеклись от миссии. Можно посмотреть на графику. Ну, графика, в принципе, неплохая. Ну, правда, в 2008 году вышел Far Cry 2, где там были отражения, листва была совершенно другая, там было распространение огня. Ну, все было немножко лучше, чем в колде, правда, игру засрали. Типа там, что много недоработок геймплея, там сюжет чуть ли не абсолютно абсурдный, что-то я такое слышал. В общем, не самая лестная критика была о Far Cry 2. Что это там за звуки такие? Опа. Так, отступаем. А они наверху, что ли? Вау, что это за скрипты? Я даже никого не вижу. Я вижу, что там кто-то наверху стоит. Надо, наверное, вот сюда. А, они на мосту. А, так вот же ППШ. Алло, ППШ-то тут есть на самом деле? Я думал, что их вообще нет. А, ладно. Больше всего здесь чего? Конечно же, МП-40. Самый массовый немецкий пистолет-пулемет Второй мировой войны. И даже не только Второй мировой. Его потом еще американцы взяли за основу, сделали из него М3 Grease Gun. Ее вы можете знать по игре Мафия 2. Так, а мы, кажется, их слишком быстро обошли. Немцы, кстати, более злые, чем японцы. Они бьют, мне кажется, точнее. Видимо, это для того, чтобы их убийство было еще приятнее. Вау. А, вот он. Уф, еле успел. Стоп, а что мы делаем? А. Опа. Так, я знаю, куда кидать гранату. И они тоже знают. Еще один. А, нет, это не он. А кто же меня так выстрелил-то сзади? МГ-42 переносной. Ну это вообще шедевр. Так, давай. Как там? Гитлерс Базо. Бензопила Гитлера, так ее называли. МГ-42. Сколько там? 1200 выстрелов в минуту. Господи, немцы, откуда вы здесь выбегаете? И почему союзники не занимают эту точку? Идите сюда. Эй. Вот так, черт. Ну все, я уже выкинул все гранаты. Опа, это точно не мне принадлежит. А, вот ты где. На самом деле, среди вот этой всей сироты немцев ты не особо увидишь, хотя они сами серые. Что это?
Что это? Это руки тянутся к нам из ада. Я отвлекся. Я уже красным мигаю. Так, мне кажется, надо продвигаться уже вперед. Что-то мы здесь слишком долго стоим. Нет, видимо, еще слишком рано. Контратакуют. Сейчас мы тоже контратакуем. Опа, тут еще есть. Мне, походу, надо было сюда идти. Что за... А, сзади меня ящик. Так, а у нас же есть коктейль Молотова. Чего же мы их не поджарили? Так, снова... Снова винтовочка. До свидания, Фриц! О, это же озвучка ультранационалистов из 4 Modern Warfare. Я ее узнаю из сотен тысяч. Не такой же грубый голос. Кто здесь еще? Все, больше никого нет. Давайте вперед. Так, стоп, нам надо еще немножко поискать. Что карта смерти где-то должна быть здесь. А, тут еще один FG-42. Отлично. Больше патронов. Меньше патреонов. Не знаю, как это связано. Но в рифму. Так. Твою мать. Лежим, лежим, лежим. Лежим, пока нас не закидают гранатами. Дмитрий, ты возглавишь штурм! Штурм чего? Уничтожить враг... О! Уничтожить вражеские танки. Вон панцершрек. На балконе! Панцершрек! Из-за огня мы не можем продолжить наступление! Защитить танки! Такс! Из панцершрека! Еще! Один, по идее, готов. Не готов? Как так-то? Готов. Подходи немецкие танки. Еще! Воу, вот это скрипты. Стреляй из гранатомета. Я встал, и просто меня разнесло. Так, вон он движется. Все, прямое попадание. Танки против тебя бессильны. Герой Сталинграда. Огонь! Продолжай, да хватит, пока не хватит этот... Всех. Господи, там еще пафос. Танки. Там еще танк. Я уже перепутал. Хватит этот пафос нагнетать своими, то что я там герой Сталинграда. Я всего лишь обычный солдат. Так, интересно. Ну-ка, давай-ка. Еще! О, отлично. Дима, бей их же оружие. С такого расстояния попал. А тут еще один панцершрек. Опа. Блин, не видно ничего. А, это скриптовая. Так, надо уничтожить еще один танк. А где последний? А, последний, видимо, в ангаре стоит. Еще один панцершрек. А все уже, патронов максимальное количество. Сейчас мы с пистолета всех вынесем. Вау! Меня окружают гранатами. Вон они. Еще одна. О, наушники. Так. Еще... Господи, здесь везде панцершреки. Это, видимо, для того, чтобы даже самые кривые могли попасть. Я не знаю, как... А, вон, все, последний танк появился. А может и не последний. Сейчас на карту еще. А почему он не умирает-то?
ТТ же калибр 7,62. Я ж в Тарков играю, я знаю. Вот какие цветочки. Ща мы... Ха-ха, видели эту кровавую баню? Ща мы еще и немцев заодно с танками разорвем на куски. Во. Нет, ТТшник должен оставаться. ТТ вообще это было, так сказать, наградное оружие для офицеров. Если мы его получили, мы ни в коем случае не должны его потерять. Господи, опять меня шибанули. Готов. Все, можно поменять панцершек на что-нибудь другое. Не, вообще это довольно прикольно выглядит со стороны, когда ты такой спокойный по полю бегаешь, ищешь себе оружие. А тем временем ничего не происходит. А все, панцершек, ты готов? Или не готов? Вообще у нас здесь панцершеков очень много. Так. А здесь в этом доме есть что-нибудь? А, здесь тоже панцершеки. Зиеловские высоты. Ну, на самом деле, красивый уровень. Красивый, спору нет. Эти же цветочки. Не, панцершрек подсвечивается не зря. Что-то значит, наверное, еще один танк где-нибудь будет. Здесь я могу выпрыгнуть, нет? Я хочу вот туда пройти. Здесь все колючей проволокой как бы заделано. Давайте все-таки возьмем на всякий случай чей панцершрек. Готов. А он вообще ничего не подозревал даже. Они все стоят у этого амбара. Мне кажется, там сейчас что-то должно произойти. Еще один панцершек. Да-да-да. Да, я знаю. Все, я вспомнил. Смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем. Там танк стоит, идиоты. Дмитрий, разберись с ним. Еще! Прям вплотную ко мне взорвался, ну ладно. Так, теперь-то я уж точно могу поменять оружие. Посмотрим, что это за гевер. А, нет, лучше МП-40. Так, давай, ну ты не жирный же. Дим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Ты это заслужил. Черно, а ты нет, пойдешь пешком. Ха-ха, поедешь на одном из танков, мне нужно отдохнуть. Ну поехали, поездим. Саша's Chariot. Танк Т-34. Наши самолеты. Ага. Так, мне кажется, время слезать. Сейчас мы здесь будем только обузой. Вот и все, товарищи бойцы. Воу! Вот это сейчас было. Мне показалось, что они прям передо мной просто на куски. Используем панцершрек. Как только мы очистим эту территорию, мы сможем насладиться великой победой. Великой победой мы насладимся через год. А, или подождите, 45-й уже?
что-то провафлил немного. Так, ага, вон они, грузовики. А, они взрываются, отлично. А я думал, что это привилегия только маленьких автомобилей, а типа грузовики это бронетехника. Да не, это обычные гражданские грузовики. Опа, немцы. Да господи. Это скрипты. Не, все-таки скриптовый огонь здесь в некоторых моментах есть, но его намного меньше. Поэтому играть проще. Так, закидываем гранаты. Закидываем, 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 закидываем. И коктейлями молотого еще. Столько много дыма, что я вообще не вижу, что происходит. Надымили мы с вами, друзья. Так, отлично, еще один готов. Вон еще один. Вау. Вы это видите? Я бегу, и меня просто... накрыли огнем. Чернов, а ты... Что происходит? Почему вы не обращаете внимания на немцев, которые стоят в двух шагах от вас? Вот даже меня один атаковать решил. Так, все, извини. А, нет, нет, нет. До последнего патрона. ФГ-42 с сошками. Так. Да хотя какой нафиг? Поехали с обычным СМП-40. Сейчас мы патронов пособираем. Нет, здесь карабин 98К будет или нет? Опа. Прямо звук такой был, как будто я миллиард этих МП-40 подобрал. Приближается немецкий грузовик! Дмитрий, взорви его, пока они не заняли позицию! Вот и взорван. Все, не осталось простых гранат. Только сложные. Отлично. Где же они? А, вот, вот немцы, наконец-то. То я уж подумал, что вас здесь как-то мало. Черт. Ну, то есть вот здесь они более-менее реалистично себя ведут, хоть и как-то в некоторых моментах немного тупо. Оу. Контузия. Что-то давно я этого не видел. Ребят, вы, кажется, немножко прифигели. Я пока немного здесь полежу. Оу. Так, а что нам? Зачистить немецкий лагерь. Все, танки уничтожены. С этой минуты мы с каждым шагом вау. Ближе к Берлину, ближе к победе, ближе к возмездию. Ура!
Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Если не хочешь пропустить новые видео или различные новости, то обязательно подпишись на канал. Также оценивай видеоролик, лайк или дизлайк, и, конечно же, напиши комментарий или дополнительный вопрос, на который я обязательно отвечу. Ну а с вами был Красный Скорпион, до скорых встреч в следующем видеоролике. Пока!